ближе, пишите, звоните, любите, встречайтесь, рискуйте, берегите друг друга, забудьте о гордости и страхе, они все портят. Всем привет, хорошего настроения, будем говорить о праздниках, знаменательных событиях на 20 сентября. Поехали! Праздник День Благодарения в Корее и в Лаосе. День воздуха в Японии. Еще есть профессиональный праздник моряков и летчиков. День моря и день воздуха. День менеджера в России. День независимости в Южной Осетии. День нефтяников Азербайджана. День таможенника Беларуси. День предпринимателя Кыргызстана. И есть еще необычные праздники. День устраивания спонтанных чаепитий, День поздней любви и День общественно полезного человека. А также в этот день, День памяти преподобного Макария Оптинского и пост перед праздником Сиде. А в народном календаре Луков день. Именины в этот день отмечают Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр и Степан. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1378 году начало Великого Раскола в Римско-католической церкви. В 1519 году Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие. В 1802 году в России учреждены министерства вместо коллегии. В 1862 году в Новгороде открыт памятник тысячелетию России. В этом же году в Петербурге открыта первая в России консерватория. А в 1792 году во Франции разрешены разводы. В 1946 году состоялось первое открытие Каннского кинофестиваля. В 1947 году Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль в память 800-летия Москвы. В 1931 году Великобритания отказывается от золотого обеспечения своей валюты. В 2001 году Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. И в 2002 году в Афинах открылась Всемирная конференция мэров. И родились в этот день. В 1613 году Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель, кардинал де Рец. В 1778 году Фадей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал. В 1916 году Сид Чаплин, английский писатель. В 1922 году Григорий Поженян, советский и российский поэт, писатель. В 1934 году Софи Лорен, итальянская актриса, певица, обладательница премии «Оскар». И в 1948 году Джордж Мартин, американский писатель, сценарист и продюсер. Жизнь, как фотография, получается лучше, когда ты улыбаешься. Всем хорошего настроения, не забывайте ставить лайки. Если вы хотите узнать первыми о праздниках, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!